Проблемы в сфере периодической печати остро ощущаются почти во всех регионах России. Об этом по инициативе комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества говорили представители региона в формате круглого стола. В целом речь шла о совершенствовании нормативных правовых основ взаимодействия СМИ и органов власти и местного самоуправления. Журналисты также затронули тему мер по поддержке муниципальных печатных СМИ и распределения федеральных грантов. Везде должна быть региональная специфика и должен быть принят сначала рамочный закон, который определит базовые принципы вот про нормативы эти, про то, что, например, арендная ставка для таких не может быть там, значит, выше, чем 1/2 от общей. И предоставить регионам широкие полномочия для регулирования, разрешить. Тогда уже у СМИ, у общественников на местах появляется элемент, инструмент давления.